Однажды мартовским днем 1895 года, около полудня, ворота завода «Люмьеров» в Лионе распахнулись. Перед ними новое изобретение – киноаппарат. Приключение начинается. 17 метров пленки, шириной в 35 миллиметров. 50 секунд вечности, которая длится и по сей день. Много диковинных машин было изобретено до киноаппарата, но после него ни одной. «Люмьеры» — это уникальный документ об эпохе, профессии, месте, традиции, без сценария и декораций. В первом же фильме, снятом Луи Люмьером, все сложилось сразу и навсегда. Они были последними изобретателями и первыми кинематографистами. И с самого начала они вдохнули в этот новый вид искусства радость, нежность и универсальность.